Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на MyCSGO, и сегодня будет поистине зариска. Зариска огненная. Объясняю почему. Баланс косарь, будем проверять наши сборки. Те кейсы, которые я ни разу не открывал. Те кейсы, которые чисто в теории должны окупать, но я на них не добирался. Я слышал, что они окупают. Я видел, что они окупают у вас. Но вот не задача, я их не открывал. Обязательно попрошу тебя поставить лайкосик, сейчас будет очень горячо. Не забывай, если ты будешь играть, есть супер имбалансный промокод 40 беру. Плюс 40% на абсолютно любую сумму. Всегда, абсолютно всегда ты будешь получать ее. При любых раскладах, каждый раз, когда ты будешь заходить на сайт, ты будешь получать эту жесткую сумму. Но имей в виду, что помимо того, что ты получаешь плюс 40%, ты получаешь мою удачу. Поэтому, если будешь пополнять, окупайся через него. Не, ну в конечном итоге это очень жесткая халява. Ну а мы начинаем. Наши сборочки. И первый кейс индустриал. Я даже не знаю, что это такое. Ёб вашу попу. Что это за кейсы и почему здесь так много ширпа? Знаешь, как будто армейская какая-то. Какое-то, не знаю, 380 рублей. Позор, MyCSGO. Ну ладно, поехали. Посмотрим. Если это окупает, not bad, я буду это открывать. Если не откупает, ГГВП ливают, так как говорится, с позором. Чё-то пока фигня. 144. И я вот ничего не понял. И в чем смысл? Мьюспик, давай дальше. Чё-то какая-то фигня. Алло, MyCSGO. Я зачем зашел в эти кейсы? Хоть рот здесь падает. Слушай, а вроде бы даже и неплохо. Как будто бы это засекреченная армейская. Я просто в английском не силен, поэтому не могу точно сказать, но 760 рублей. Я могу залить в этот кейс? Могу. Значит, полетели. Давайте так, господа. Сейчас наша задача самая главная окупиться. Окупиться многократно. Не знаю, до сколько мы сегодня пойдем, но, блин, самое главное... Хорошо. Если бы он сейчас не окупил, я вижу, что дроп прям летит прям откровенно дерьмо. И если бы он сейчас не окупил, это было бы так обидно. Я такую рубрику придумал проверить всю эту шлепку, но не смог бы окупиться, это было бы проблема. Поэтому, ребятки, наши сборки мы закрываем. Да, коверт, я понял. Это самое дешевое. Вот это что? Есть вот эта шлепка, вот это вот вся, она все здесь, вся эта ересь. Но мы опускаемся ниже. P250. И начинаем жестко фармить их. От P250 до Дезерт Гидра. Ёлки-палки. Это что такое? Океан Драйв. Блуд он зе Ветер. Это что такое? Так, я должен это все проверить. Я это первый раз вижу. Я не понимаю, что это за кейс. Но в любом случае мы начинаем с P250. Коллекция P250. Let's go. Давай смотреть, что здесь может выпасть вообще. Я ни разу в жизни не открывал эти кейсы. Ну, ребят, чтобы вы понимали, вот суть вообще моего шока. Я на сайте играю очень давно, и я 1488. И число такое, знаешь, какое-то непонятное. И дроп вроде бы окупной, и вообще все вроде бы окупное. И поехали открывать сразу ТЭК-9. Я что-то в шоке. И это реально настолько окупная история. Если это настолько окупная история, то какого хрена я не открывал ее раньше? Почему вы мне говорили, а я такой, да, я пойду и лучше открою фарм ножа. Ну да. Конечно, 312 рублей. Вот поэтому я и не открывал этот позор. Потому что падает очень мало. Вот так вот. Вот поэтому я и не окупался. Не окупался, потому что не открывался. Но если сейчас мне, допустим, не повезет, и я не окуплюсь, клянусь, ноги мои здесь больше не будет. Вот в этих кейсах я не буду больше играть. 951, ну слушай, ну нормально. 951 я открыл на 950, шо? То есть он типа, знаешь, выдал мне почти в ноль. Ну хорошо, Глок 18. Вот здесь уже может выпасть что-то поинтереснее. Гамма, прикинь, гамма волны стоит 4000. Я что-то вообще в шоке. Градиент 144 тысячи. И это еще не прямо с завода шанс. Я еще уверен в этом. Чтобы вы понимали, и градик у меня есть, и глок есть гамма волны. Глок гамма волны вообще за 600 рублей себе забирал с сайта. А сколько они сейчас стоят? Это вообще жесть. Да о чем говорить? Бабочка лор. Послила знатненько. Послила знатненько, аж некрасиво стало. На душе прям не очень. Знаешь, как-то вообще некрасиво. Давай опустимся пониже, потому что что-то пацаны не летит. И попробуем коллекцию. Ну вот, океанская. Вот это на побережье, наверное, или что? Это 85 рублей. Даже не знаю, что это, но давай попробуем. Потому что пока что, ребятки, окупа нету. Вообще нету. То есть у нас как был косарь, так и остался косарь. Что сделать? Не знаю, будем про... Хорошо, да? 200. Когда мы открыли на 85. Это сильно. Но вот не задача. Почему окупает кейс за 80 рублей? Мне это не надо. Я хочу, чтобы вот этот кейс меня окупал. Чтобы вот эти скины мне падали. Потому что это стоит как минимум 500. А то получается, тебе дешевый кейс окупил, ты пошел на, ну, взрослый, дорогой кейс, и я просто слил. И по сути ты бегаешь туда-сюда, то есть у тебя 1000 рублей было, 500 стало, 1000 рублей было, потом стало обратно, и вот теперь у меня опять 1115. Да толку-толку-то, толку от этого. Давай так, вот кейс вулкан. В душе не знаю, что это за кейс, открываю его один раз, если он меня окупает... А он обязан меня купить. Ну хотя бы 2000 зафиксируем, потому что что-то вообще пока не летит. И я не понимаю, почему.
Почти пустынный. Какой же ты сын Доместоса позорного. 635 рублей. Позор, Майка СГО. Позор. Ну ты посмотри, что он выдает. Он вообще не выдает, чтобы вы понимали. И что мне сейчас делать? Опять идти вот в это засекреченное за 380, где может а-ля какая-нибудь фигня выпасть за 1000 рублей? Ну, я не знаю. Я в это не верю. Скорее всего, это сливной ролик, господа. Добро пожаловать в суровые реалии. Меня завели туда, куда я идти не должен был. Меня заманили и сказали, что здесь окупают. Я пришел сюда, чтобы это проверить. И что теперь? Я должен открывать Доминику Торетту, чтобы меня окупило? А я не верю, что меня окупят. У меня от 1000 рублей осталось 400. Нет, ну есть шанс продолжить открывать эти кейсы. Но как по мне, они бесполезные. Лучше пооткрывать что-то поокупней. Хорошо, подожди. Доминику Торетту окупают. Но... Ну давай, корота, типа, кролика откроем, почему нет? В общем, мужики, самое главное, что я косарь почти вернул. Надеюсь, что сейчас верну. Да, я вернул косарь. Я думаю, да. 833. Почти вернул косарь. Ребятки, продолжу сильней, но я не вижу смысла сейчас продолжать, потому что меня не окупают. Давайте так, обязательно поставьте лайкосик, если будете пополнять, используйте супер эмбалластный промокод 40беру, любая сумма умножается на 40%. Ну и конечно не забывайте, что прямо сейчас каждый из вас может залететь в телегу и поучаствовать в розыгрыш на нож. Ссылка в описании, удачи, до завтра.